Вера Шамалова? Допустим. Что дальше? Майор Петров. Московский уголовный розыск. Есть несколько вопросов по поводу взрыва на Лесной. Так я же рассказала все вашим. Мне добавить нечего больше. Кому нашим? Ну, этот ваш участковый приходил. А я из главного управления МВД по Москве. Мы пытаемся установить личности погибших. Кого так и не опознали. Есть фрагменты тел, понимаете, не всех можно опознать. Вы ведь в момент взрыва были там, в доме? Да, я была дома, но меня оглушило, я ничего не соображала, и до сих пор кажется, что в ушах шумит иногда. Все-таки посмотрите эти снимки. Может, кого-то из них вспомните? Нет, никого не помню. Встречали в подъезде накануне или уже после взрыва? Нет. Это все? До свидания. Сыночек, такси сейчас подъедет. Нам нужно выезжать. Я тебе помогу сейчас. Я в это больше не сяду. Владик. Ты когда малыш был, 3 года я тебе еле держала. Такой пухляш был. Давай-ка я помогу тебе. Да я сказал тебе, уйди от меня! Владик. Да уйди, дура! Уйди! Я же сказал тебе, ну сказал! Сыночка, ты знаешь, сколько мне усилий потребовалось, чтобы мы записались к этому нейрохирургу? У него очередь на полгода вперед. Я полмосквы на уши подняла. Нам опаздывать никак нельзя. Поэтому я прошу тебя, соберись. Я сейчас тебе помогу пересесть. И мы поедем к доктору. Подождите, пожалуйста. Простите, вы же в такси работаете. Ну да, типа того. Частник. Я сына к врачу везу и... В общем, машину-то я вызвала, только пока мы... Она уехала, и... Новую вызывать, и мы опоздаем сильно. Вы не могли бы нас довезти? Конечно, я заплачу, и... Да, без проблем. Да? Все-таки одна проблема-то есть. Здорово. Привет. Значит так, Шкет, слушай меня внимательно. Врачу надо по-любому. Поэтому варианта у тебя два. Либо ты садишься в это кресло добровольно, либо я за шкирку тебя туда оттащу, да еще и рожу начищу. И времени для раздумий у тебя очень мало. Сечешь? Здорово. Здорово. А Мишаня где?
Кто? Мишка Никонов. А, он уехал. А куда уехал? Не знаю, сказал к другу в Рязань. Меня вот за хатой последить оставил. Хм. Телефон есть? То есть он уехал. Номер телефона не дал. Да? А ты кто такой? Троюрный брат его. Да? Да. А мне он говорил, что у него не было родни. Мы недавно списались, вот. Год общались. У меня, извините, мне некогда, я тороплюсь. Эй, алло, мы не договорились. Я полицию сейчас вызову. Так-то, если что. Спасибо, мужики. Я, брат, не возьму. Держите тут, мужик. Лёх, что это? Консоль? Поиграем? Слушай, для них член виртуальной реальности вышел. Давай тоже купим. Не, Гарик, не получится. Лёх, ты чё? У нас же денег дофига. Это только кажется, что дофига. Они, знаешь, заканчивают вот так раз, два и все. Давай, вот это последнее тратим на развлекуху, хорошо? Все остальное там на еду, всякое такое. Я часть денег в банк положил, пока дочусь, вроде должно хватить. Я все рассчитал. Нас же теперь только двое. Рассчитывать больше не на кого. Лёлик! Гарик! Здравствуйте! Родные вы мои! Беда-то какая, господи! Как вы тут? Ужас какой-то! И поди голодный, ну ничего. Я сейчас что-нибудь приготовлю. Рагу любите? Рагу приготовлю. Так, в магазин сбегай. У вас в холодильнике... Ой, ой, в холодильнике-то шаром покати. Ничего, я список составлю, что купить надо. Сиротки-то вы мои. Сиротки вы мои. Слышь, пацан, ну-ка, погодь. Может, ты знаешь? Чего? Ну, я тут с соседями нашими поговорил. Про Мишку Никонова. В 7-й квартире был старого дома, помнишь? Ну, дядя Миша, да. Ну, ты когда последний раз его видел? Ну, там... Дня два до взрыва, наверное. Странная штука. Я думал, он погиб, а тут в паспортном столе выяснилось, что он тоже квартиру получил. Да ладно. Да. И нашего никто не видел. А в квартире у него какой-то хмырь сидит. Ну ладно, будем разбираться. Да ладно вам. Сдался вам этот алкаш. Ты за базаром следи. Да, алкаш доспился. Но ты про живого человека говоришь, а не про кусок арматуры. О, привет. Привет. Давай, помогу. Спасибо. А ты что, пришел? До развалин смотреть. И ты как тут устроилась? О, да никак, сменщица на полсмены до конца недели пустила, а потом не знаю. Сюда. У тебя когда перерыв? Хочешь вместе до развалин? Дойдем. А что на них ходить? Ну, а что люди на могилы ходят? На то могилы. К одной и той же. Где-то там наши с тобой старые жизни похоронены. Ну да, это я Валеру посоветовал дядя Миша притвориться. Он не хотел даже.
Ну, не, ну сами посудите. Вот остались бы эти деньги у государства, и кому бы они пошли? Какому-нибудь чиновнику зажравшемуся? Ну, а так какому-то гастарбайтеру, да? И что? Гастарбайтер так-то тоже не кусок арматуры? Не, ну серьезно, у Валеры ни денег, ни документов, ничего после взрыва не осталось. Государство должно помогать, вот оно и помогло. Значит, он тоже получил лям компенсации, да? Я бы так не решилась. Представиться другим человеком. А если узнает кто? Ну, а мне зачем рассказал? Да все как-то так навалилось. Вроде несправедливо, как получается, что я получил квартиру, а ты нет. Это я к тому, что, может быть, ты ко мне переедешь? Нет, я без задней мысли, без каких-либо там... Ты же... Я просто помочь. Здрасте, Тир. Скорее раздевайся, руки мои ужинать. Угу. Слушай, ну, целый день мыслится и причитает о том, как ей нас жалко, и о том, что она заботится, там, все дела. Слушай, Лех, ну, она скоро уедет. Ну, просто, если ты помнишь, мама с папой с ней не общались вообще. Мама всегда говорила, что она того. И что это мы тут шушукаемся? Так, быстро ужинать. Лёлик, я заметила, ты руки не помыл. Вот. Руки, 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 руки. Валер, слышь, открывай. Я же знаю, что ты дома. Я сейчас полицию вызову. А давай, мне тоже интересно послушать. Что ты им расскажешь, как гастарбайтер из Тутуева квартирку отжал в Москве? Сидеть закрыться, тихо только. Тихо, а что ему надо? Да я откуда знаю. Слушай, так может лучше не открывать? Да как не открывать-то? В одном подъезде вместе живем, встретится, увидит, поймает. Наташа, закройся только. Алло, ты хуже? Так и будем в прятки играть? Открывай. Три часа с половиной операции. Ты видел, что у меня было с рукой? По кусочкам собрал. Три с половиной. Это ты мастер просто. Я бы всю смену провозился. Даже Баранов считает, ты у нас лучший хирург. А еще Баранов считает, что бабушку из шестой палаты святая вода спасла. Ну давай, до завтра. Что, ты готов? Конечно, готов, Василий Евгеньевич. Ну что, давай, вперед. Всем привет! Вы по-прежнему на волнах радио Москва Север ФМ. С вами по-прежнему диджей Серега Орлов. Это была группа «Белый шум» и их новый хит «Ведь надо жить». Эта песня так называется. «Надо жить». Знаете что? Вы будете смеяться, а я только сейчас понял, что жизнь — это реально боль. Все эти войны, голод,
нищету, болезнь, вот это все. Да, мы можем на это закрывать глаза. А только рано или поздно кто-то придет и заставит нас разлепить веки. Пусть даже под дулом пистолета. И вот мы такие стоим и видим всю эту боль, и такие... А лекарства-то от этого еще никто не придумал. Есть средства, конечно, которые на время притупляют эту боль. Полностью вылечить нас не может никто. Поэтому вот что, дорогие радиослушатели. Любите близких. Делитесь своей любовью. Любите тех, кто вам дорог. И поспешите. Иначе вы просто можете ни хрена не успеть. Будет хорошо, да? Смотри, братан, что получается. Пока ты живешь в квартире моего друга дяди Миши, Царство ему небесное. Ну, деньги его пожираешь. Я не потратил почти ничего. А он в морге лежит. И опознать его никто не может. Значит, получается, похоронят его без имени и без надгробия. Это... это как-то... несправедливо. Несправедливо. Вот. Давай на похороны скинемся. С тебя 200 тысяч. Чё ты оглух? Ты ведь не на похороны берешь. Вадюх, слушай историю. Я когда в Дагестане служил, у нас в одной спецоперации приятель мой один. Сразу предупреждаю, если это история про то, как без ноги не сдавался, или как у него чудом выросла нога, то можете не рассказывать. Вадим. Да нет, ты чё? Там история была про то, как ВДВшник, представляешь, от террористов двух кроликов спас. Ну ладно, ты, если не хочешь, я помолчу. На самом деле, все не так плохо. Врач нас обнадежил. Чего ты врешь? Что я вру? Он же сам сказал, что... что шанс 11 тысяч. Послушай, сынок, если мы с тобой пройдем этот курс, восстановительный. Да надоело. Надоело слушать тебя. Сережа, я все понимаю. Я все понимаю, что у тебя трагедия. Я правда сочувствую. Мы все очень искренне. Но у нас позитивное радио. Пойми ты это, понимаешь? Людям вокруг и так тошно. А ты еще масло в огонь подливаешь. Понимаешь, им нужно что-то позитивное, светлое. А ты что натворил-то в эфире?
В общем так, в политику нашего радио это не вписывается. Ты меня понял? Значит так, я думаю, что тебе нужен отпуск. Месяц там. Я не знаю, сколько. Ровно столько, чтобы тебе подлечиться. Это понятно? Сейчас прости, я просто не могу пустить тебя в эфир. Мария, ну Тима сейчас нажми. Спасибо. Че, погнали? Знаю, о чем ты думаешь. Да ну. Думаю, скажи, мне тебе что, сесть в это кресло, значит, признать себя инвалидом? Ты пойми одну вещь, она очень простая. Нас определяют не вещи, даже не люди, которые нас окружают. Нас определяет только то, что ты сам о себе думаешь. Ну, то есть, если я буду думать, что я такой орел, то сразу такой полечу, да? Не сразу, но так или иначе. Если ты будешь продолжать упорно работать над собой. Ну, а почему ты тогда до сих пор всего лишь бомбила? Ну, стал бы королем Зимбабве какой-нибудь. Моя жизнь меня устраивает в них. Оно всем нужно. Нужно научиться пристраиваться к новым условиям. Хорошо пристраиваться, когда ходишь на двух ногах. Дать пару советов по дизайну. Сколько лет отсидел? Пятерик. А с женщиной было же? Не поверишь, 14-летний мальчик. Я имею в виду после тюрьмы. А чего тебя так волнует? Всегда мечтала стать у кого-то первой. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Валера, мне правда страшно, неудобно. Я здесь, а ты на диване. Ну ладно, не переживай, Наталья. Я когда работал, прям в спальном мешке на бетонном полу дрых. А тут у меня целый диван. Валера, это правда ненадолго. Я найду жилье. Ну, не переживай так. Оставайся, живи. Мне вдвоем даже веселее. Спасибо. Да не мне спасибо. Дядь Миша, царство небесное. Спокойной ночи. Ублюдок, а? Все, конец! Я помнишь, тварь? Нет. Моя невеста, Катя. После того взрыва в доме ты ее оперировал. Ты убил ее. Ты убил ее! Мы сделали все, что можно!
надо. Она жива была. Не надо. Она жива была! Это конец. Прошу вас, не надо. Пусти. Пусти. Идиот, я сейчас ментов будет лучше. Я убью его все равно. Успокойся ты. Успокоился. Успокоился, слышишь? Все, все. Что здесь делаешь? Следил за тобой. Следил? В глазах у тебя прочитал кое-что. На кладбище в прошлый раз. Видел я такое же, когда служил. Перед боем у некоторых ребят такой же затравленный взгляд был. А потом твой эфир на радио услышал. Это не твое дело. Ты не должен был лезть. Должен был, Сереженька. Должен был. Доктор, это ни в чем не виноват. Взрыв девочку твою унес. Ты не на тех зло вымещаешь. Она жива была. Она в больнице была жива. До этой операции. На меня посмотри. В глаза мне посмотри. В эфире сказал, что нет такого лекарства, которое боль лечит. Есть, Серег, есть. Называется сострадание. Слышал про такое? Ты чё, ты чё, ты чё, Гарик? Мам, мам. Приснилось что-то? Мам, мам и папа. Их больше нет, Лёнь. Ясно. Тише. Я чё-то не понял, куда собралась. А ты думал, я буду спать на полу? Завтра еще будешь. Жень, это была разовая акция. Мы с Антохой вернули. Ему ты тоже предложишь акцию? Милый. Еще одна маленькая просьба. Вот, значит, что это было. Похоронишь у себя какое-то время? Ну, а что это? Ну, какая разница? Ключ от банковской ячейки. Что дальше? Интересно. Что же тебя могло так напугать, чтобы ты просила зэка похоронить ключ от банковской ячейки? Ну, во-первых, тебе никогда не узнать, из какого она банка. Это раз. А во-вторых, да, ты бывший зэк. И что-то мне подсказывает, что ты очень хочешь оставить прошлое в прошлом. Майор Петров,
Московский уголовный розыск. Вчера не застал вас дома. Заходите. Какие вопросы? Гляньте эти фотографии. Вспомните, видели кого-то из них в тот день? Подъезд кто покидал перед взрывом или наоборот зашел? Нет. Из этих никого не видел. Может, вы знаете про кого-то, кто на момент взрыва точно в своей квартире были? Откуда я могу знать? Не знаю. Ладно, спасибо. Всего доброго. А, так, так что взорвалось в итоге? Какие варианты? Бытовой газ, утечка была, дом же в аварийном состоянии. То есть версия следствия — это взрыв бытового газа? А вы ожидали случай что-то другое? Лёлик, а что ты там потерял? Да я что-то ключи от квартиры не могу найти. А, да. Да-да-да. Держи. А зачем вы их брали? Как? Дубликат сделать. Должна же я попадать в квартиру, когда вас с братом нету. Надо было меня сначала спросить. Ну, извини, родной, но в следующий раз прошу. Так вы у нас еще долго жить собираетесь? Лёлик, ну опять ты лыкаешь, а? Ведь я тетка тебе родная, не кто-то. На ты давай. Я же родная тебе. Ведь у тебя, кроме меня, никого ближе нету. Ну ты пойми. У меня брат есть. А вы даже на похороны мамы с папой не приехали. Так я узнала поздно. Кто же мне сказал, а? А из Томска сюда ехать поездом не ближний свет. Еще с чем поживиться? Я жил тут. И? Теперь не живешь. Давай топай, а то кирпич на башку упадет, а нам потом отвечает. Да. Да. Нас никто ни за что не привык отвечать, все правильно. Топай, говори, умник. Если что-то ценное найдем, жильцам потом вернут. Конечно. Кораблев. У нас вроде сведения, что это один из строителей, ремонт в квартире там делает. Я не знаю, какие у тебя сведения, я с ним в бане тысячу раз был. Говорю его татуировку. Как скажете. Слушай, а когда будет готово свидетельство о смерти? Хочу его побыстрее похоронить. Полиция должна сначала проверить, раз вы говорите Кораблев. А как ты это проверишь? Документы все сгорели. Родственников нет, да и бомжевал он последний год. Еще такой момент интересный. А чего вы его сразу не опознали? Почти две недели пролежал. Много вопросов задаешь.
Ты меня так совсем избалуешь. Ну, это же я должна тебя готовить. А мне все равно делать нечего. Работы пока нет. Так что приятного аппетита. Спасибо. Ты, кстати, когда в Беларуси собираешься? Хочешь, я тебе денег на билет подкину? Слишком много ем? Выгоняешь? Да нет. Ну, просто паспорт ведь тебе только там могут восстановить. Правильно понимаю? Что? Жу сказал не так? Я не могу туда вернуться, Валер. Почему? На, опять лезу не в свои дела, да. Из-за мужа. Я была замужем. Да и есть. Формально, но и если я начну восстанавливать паспорт, то я не могу туда вернуться. Этих двоих тоже не видели? Нет. Точно, да? Не видели. Ладно, все, я понял. Спасибо. Спасибо. До свидания. Давайте. Лех, на два слова. Гарик, мы потрещим? Да, окей. Кто был, что хотел? Мент. Там фотографии какие-то показывал, надо было опознать. Кого-то из жильцов нашего дома. Бывшего дома. Ищут кого-то. Странно все это. Чего? Ну, ты же говоришь, что взрыв из-за газа был, так? Ну. Я сходил, посмотрел там обстановку. Я, конечно, не эксперт, но кое-что нашел. Иди сюда. Смотри. И что это? Это пластид, Леша. Взрывчатка такая. Когда оно взрывается, отлетают целые куски. Я в Дагестане такое видел. Приходилось двери в дома взрывать. Сечешь? Ты уверен, что пластид? Может, пластилин какой-то? Тебе сколько лет? Я тебе сказал, это пластид. Ну ладно. Можем проверить. Где ты этому научился? В интернете не такое еще можно найти. Давай, давай. Ну что там, Лех? Сейчас. Надо нашим сказать. Завтра всех соберу. Блин, я Михеева точно завалю. Говорят, он за экзамен деньги берет. Кто? Михеев? Да. А как бы это поточнее узнать? Я бы купила. То есть получить даже не вариант? Светофор не видишь, что ли? Так зеленый же, чего вы стоите? Да он полный придурок, скажи. Сам полный ноль, а гонор выше крыши. Зато прикинь, ему на днюху папочка Порш подарит. О, за Порш я бы ему дала. Угу. Фу, я была тебе выше мнения. Да не придурку дала, а папочке его. Папочке я, может быть, и сама дала. Лен, ты на какой планете сейчас? Что?
А какие планы после пары? Может, посидим где-нибудь, поговорим? Сегодня никак. Я с младшим братом сижу. Я матери мешала. А у меня свидание с Максом. Серьезно? Серьезно? Ну, так ну как? Не жди, давай. Я не буду. Это есть. Это сопли. Еда с соплями, ясно? И вообще, тетя Рад стойно готовит. И скажи мне, пожалуйста, Леш, когда она уедет уже? Как яишенка? Кушай, Гарик, кушай, кушай. Так вот, ребята, что хотела вас спросить. Вы сестренку свою троюродную помните? Доченьку мою? Мы ее не видели, по-моему, никогда. Ну, видите, познакомитесь. Они с мужем в Москву приезжают. Так вот, ребят, такое дело. Мы ведь с вами родня. Родные что? А ведь родные помогают друг другу. Доченьке моей нужно устроиться здесь. А кто ее на работу возьмет без прописки, а? Вот я и подумала, а что, если ее сюда прописать? Ведь родной же человек, не чужой. Да? Ну, Лёлик сходит в паспортный стол, подпишет бумагу и все. Да, Лёлик? А вы на могиле мамы с папой были? А? На похороны, понятно, не успели. А на могилу хоть к родителям сходили? Я как раз вот сегодня и хотела пойти. У меня, ребят, вчера голова очень болела. Вот я сейчас пойду. А не хотите сначала спросить, на каком они кладбище лежат? Нам дробь установили. Да я чего вас вызвал? Вы так щедро все нам, я как обещал, быстро все, быстро, в 2 секунды. Я смотрю, эти устанавливают плиту на могилке. А там ошибка, не ту плиту вам поставили. Я заметил, поздно уже. Ну, что за ошибка? А, ну, ваш друг покойный, Максим Кораблев, да, по документам, да? Они потащили плюс каким-то Никоном, да еще Михаилом. Вот, пусть теперь за свои деньги все и переделают. Спасибо за заботу, ничего переделать не надо. Пусть так останется. Сходи, погуляй. Дай с другом попрощаться. Пришел узнать, куда я бабло потратил. Спасибо сказать ему. Как же ты его под настоящим именем смог? Ты бы хотел, чтобы здесь твое имя было? Лёш, я тут с ключом что-то не могу разобраться. Все правильно, я замки поменял. Как поменял? Что это такое? Тетир, спасибо вам большое, что навестили нас. Но дальше я сам буду заботиться и о себе, и о брате. До свидания. Стой, обожди, кину-ка. Ну, что непонятно? Говорю, до свидания. Лёш! Лёш. Дай в долг хоть 100 000. Для вас ерунда, вы вон получили по 1 000 000 или сколько. Я через полгода отдам. У нас в Томске дела очень плохи. Короче, никакой газ не взрывался. Ну что, господа,
Добро пожаловать в мой штаб. Как в детстве. Ага. Практически домик на дереве. Ты зачем нас сюда привел? Да ладно, тут неплохо. Ладно, Тимурус, что по делу? С пластином там что? Может, в ФСБ нужно сообщить про кусок бомбы, который вы нашли? Я вас умоляю. Пластид валялся в 2 метрах от подъезда. Если я его нашел, то они уж подавно нашли все, что им нужно. Как? Подождите, они что, специально нас обманывают про газ? Абсолютно верно. Зачем? Ой. Не знаю. Может, не хотят затевать расследование, может, преступника покрывают. Да причин может быть масса, какая разница? Главное, что правду мы никогда не узнаем. Нам надо действовать самим. Мы что, с ума сошли? На это милиция есть, полиция. Вообще не врубайтесь, что ли. Вам квартиры дали, денег дали, откупили, все, живите счастливо. Была трагедия, все, проехали. Вы что, серьезно не врубаетесь? Если мы сами это не узнаем, нам никто не расскажет, что произошло. У меня лично отец там погиб. Я бы очень хотел узнать, что за тварь это сделала. А вы нет? Нет.